Ну что, друзья, мы в эфире. Так, начнем же. Ladies and gentlemen, it's prime time! Диджей Натик. You demand it, we deliver. God bless you. Превью. We're just like other people. We love to sing, we love to dance. Давненько мы с вами не слышались и не виделись в формате моего превью микс-шоу. В условиях пандемии, я думаю, что сам Бог велел придумать для него новый формат. Я подумал, что, коли же я все равно выкачиваю новую музыку, а играть ее особо и негде, было бы классно отслушивать ее, сортировать и отбирать вместе с вами. Треки эти вообще нигде не игрались мной никогда, но мне они сдаются классными. Давайте слушать их вместе. Присоединяйтесь, like, share, watch together. Мы начинаем. Первым будет у нас Том Эверетт с треком Пати, Jack Wins Club Mix. Позже я расскажу вам о группе в Телеграме, о канале в YouTube и вообще обо всем том, о чем вы хотите поговорить. Музыка. Пятница все-таки. We'll be right back.
Как по мне, очень играбельный трек был. С удовольствием играл бы его в клубах. Напоминаю, это был Том Эверетт и Патти. Keep on doing that thing. You bring me up from down below, and I confess I'm never the same. Don't wanna sleep no more, 'cause you're a dream come true. Can't stop thinking about your love. I don't wanna sleep no. Don't wanna sleep no more, 'cause you're a dream come true. Откровенно коммерческий саунд, я думаю, диджеям, которые играют в ресторанах, там на пляжах, весьма зайдет этот трек. Это, если вы до сих пор не зашазамили, Маурицио Хернандес и трек Confessions. Идем дальше, какой-то хаусец. Я думаю, те, кто качают и отбирают треки, в курсе этого трека, он очень такой интересный, и те, кто хоть когда-нибудь начинали заниматься на фортепиано, по-любому тоже вспомнят эти времена. Endor и трек Fur. Extended Mix. С вами классно, спасибо. Second.
Okay. Hello, so how's everybody? Great, a little hot out here, but you know, we're gonna manage to try to keep it cool somewhat. And you already understand basic music, right? Okay, so I'm not gonna get too heavy into that because that's another thing, but I'm gonna give you a basic idea. I'm gonna try to talk about dissonance. Suppose we do something like, we need something to create some tension. It's cool. Are you with me? Okay. I don't know what it is. It sounds good to me. Now, we're gonna get real weird here in a second. For example, очень долго. Something lovely. All I wanna do is let go, let go, let go, let go.
Думаю, видно по мне, как сильно мне нравится этот трек. По-моему, саунд из Нью-Йорка, потому что Луи Вега — это как раз резидент лейбла Nervous. Луи Вега, The Martinez Brothers, Marky Bass, Let It Go, Dom Dolla Extended Remix. Запоминайте, я бы с удовольствием сегодня или завтра отыграл этот клуб «Бешенки». Бодренько так Facebook выписал мне только что предупреждение за этот трек. Спасибо вам отдельное. Надеюсь, эфир не прорвется по этому поводу. Я бы сильно расстроился. Дальше у нас Пьер Леполь. Еле прочитал, ей-богу. С треком Get It. Это превью. We'll be right back.
тем, кто только что к нам присоединился, расскажу, напомню, поведаю, что это мой превью лайв-видео-подкаст, в котором мы слушаем house music. Новый, возможно, для меня новый, возможно, новый для вас. Шазамим, сортируем, запоминаем названия, просто кайфуем, танцуем, ведем интерактивные беседы в группе Preview Video Podcast. Preview Podcast, точнее говоря, называется. Все, как вы привыкли, в Mix Show Preview. Это играет DJ Cone. Возможно, DJ Cone когда-то был, но нет. DJ Cone и Mark Palacios. Nothing Serious, Music P and Mark Aurel Remix. А мне напоминает Белоку. Спасибо за ваши фидбэки, комментарии, все пытаюсь читать, всем отвечать. Очень круто, что вы есть, и очень круто понимать, что я делаю это не... We'll be right back.
что, друзья, полчаса полет нормальный. Я разогрелся, не знаю, как вы. Дальше у нас Касим и Show Me. Фейсбук беспощаден. Просто взял и удалил весь предыдущий эфир со всеми комментариями, с видео, со всеми делами. Хорошо, что у меня есть запись и видео, и аудио, и на моем канале в YouTube все это выйдет без каких-либо прерываний. Весьма активная оказалась группа, которую я сегодня создал в Телеграме. Она открытая, вы можете ее найти по запросу «Превью подкаст». И там мне ребята напомнили, что когда-то я говорил, что какое же превью без треков Дэвида Пэна. В самом деле. А вот и он. Jack My Body, David Penn Remix. Mike Dunn and End You Up. Music all night long.
Дэвид Пэн, как всегда, красавчик в своем стиле. И, насколько я помню, в этом году у него прям очень плодотворный год был. Но по моим вот личным наблюдениям, где-то вот 3 из 5 попадают ко мне в плейлист. И Джеки Барри я много раз играл уже в клубе этим летом. Работает прям на ура. Это вам диджей на заметочку. Дальше у нас Газзк и трек Back. Ну, в принципе, я думаю, вы можете и зашазамить при желании. Спасибо всем тем, кто вернулся, хладнокровно подождал, пока я выйду заново в эфир. Делайте так всегда. One love. Следующий трек — такая бомба. Огонь.
Это Мирко Карусо. Честно говоря, больше вообще нечего добавить, потому что он так качает круто. Слушал его много раз в машине. И вам рекомендую. Preview. That's better than what's good and got your throat. That's better than what's good and got your throat. Eligible bachelor, $1 million vote. That's better than what's good and got your throat. Хорошие, в самом деле, правда? Дальше у нас не запланировано, но немножко диско-хауса. Кто слушал мои предыдущие выпуски превью на волнах Kiss FM, знает, что обычно диско-хаус я размещал где-то в начале, но сегодня у нас и, в принципе, в дальнейшем не будет плейлиста, будет все вперемешку. Мы слушаем, нравится, слушаем до конца, не нравится. Mix win. Поэтому предлагаю вам послушать Like a Star
от Broken Ears. Broken Ears регулярно попадают в мои плейлисты, хотя, честно говоря, играю такую музыку, к сожалению, моему большому, особо негде, но я обращаю внимание на эти треки, меня этот грув качает. Все, что касается диско-фанка, это вообще моя самая любимая тема. Надеюсь, вам нравится также. Если нравится, напишите группу Telegram, Preview подкаст, или же в комментариях под этим видео, Preview. Реально не знаю, что за трек следующий играет, но судя по вот этой вот штучке, похоже на Purple Disco Machine. Мне кажется, даже сейчас эту стилистику приблизительно так и называют. Ну, как минимум в диджейских кругах так точно. И тем не менее, это Николас Зуччи. Блин, как эти имена читать, фиг его знает. А трек называется Frisky Preview. Boop 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 boop.
if everything went my way. You'd never have an unhappy day. I'd hold nothing back from you. All your dreams would come true, come true. Классный оказался трек, я прям растанцевался здесь. Верю, что вы тоже. За ужином в семейном кругу с парнем, с девушкой прибухиваете и пританцовываете под эту музычку. Очевидно, с диско и фанком мы на сегодня завязали, хотя кто его знает, может попадется еще что-то. Дальше вот такой вот грувчик у нас от Чао Менхей. Кто? Вот немецкий я вообще никогда не знал, как читать. Короче говоря, трек называется Lost Planet, Then Remix. Шазам вам в помощь, если что.
Я знаю, вы очень любите такую музыку все. Но для меня это чисто вот пляжный вариант, какой-то такой расслабленный. Не знаю, в дороге послушать, например. Красиво, спору нет. Но мне захотелось чуть-чуть поменять грув. Но мы вернемся к прогрессиву, к вот этим вот всем штучкам. Решил сыграть вам хит этого года. Camel Fat and Jam Cook. Rabbit Hole. Solardo Remix. Классный. Прям очень.
Я напоминаю, это превью live video подкаст by DJ Lutik. DJ Lutik — это я. Это прямой эфир из моей студии. Мы слушаем house music во всех его проявлениях: диско, фанк, вокал, future house, коммерцию, обязательно, конечно, прогрессив. Ваш любимый вот этот вот мелодик хаус, в том числе, конечно же, будет возможно. Сейчас нас можно посмотреть на моей странице в Facebook, если нас еще не заблокировали. Заблокировали. И тем не менее. Окей. Пока не заблокировали. В ближайшее время можно будет посмотреть запись на моем канале в YouTube. Подписывайтесь прямо сейчас. DJ Lutik. Вас в ближайшее время ожидает там куча всяких классных плюшек. Конечно же, SoundCloud. И сейчас мы слушаем Don't Blink, Vibration. Ходим по лезвию ножа, ей-богу, с этим Фейсбуком. Окей. Кока-колкой выйду, сейчас вернусь. Baseline.
Движемся дальше по незнакомым трекам. Следующий называется Night Call от Soul Tide. Спасибо вам за вашу активность в Фейсбуке, в Инстаграме, в нашей группе в Телеграм. Я надеюсь, это станет доброй традицией. Буду выходить к вам в эфир. Наверное, раз в месяц достаточно, да, будет такой вот пати, превью. Очевидно, идем к какой-то коммерции. Full for you от Tidy. Wasting away every moment without you, I'm safe, but I won't.
Объективно хороший, приятный коммерческий трек, как по мне. Уверен, вам он также понравился. А тут какой-то диско-хаус. Фу, диско-хаус. Тек-хаус наступает. Сейчас мы. Лучик. Опа. Следующим играет у нас Don't Stop от Джей Делис. Кстати, а что там Марко Лис? Нас так просто не возьмешь. Мы вернемся ровно столько раз, сколько потребуется. Понял, Facebook? Спасибо моим слушателям. Я сюда возвращаюсь исключительно ради вас. И, конечно, ради той музыки, которую я хочу поиграть для вас. Продолжаем вечер пятницы. Карантин выходного дна.
На всякий случай напоминаю, что это Джей Делис с треком Don't Stop. Возможно, кто-то не видел, но на моем канале вы сможете легко найти сет вот с этой малышкой. Их уже два. Один в студии прекрасной Kiss FM, где я играл только свои треки и ремиксы. А еще один летний сет, сыгранный на крыше. Рекомендую к просмотру и к прослушиванию. Подписывайтесь на мой канал в YouTube DJ Lutik. Где же вам еще слушать музыку хорошую? Мы движемся дальше. Трек Too Far Gone, Шаям Пи и Съезж. Мой французский говорит, что читать нужно именно так.
Это Preview Live Video Podcast. Спасибо, что вы смотрите его и слушаете эту музыку. Играю ее для вас. Я диджей Лютик. Здесь house music. Практически all night long. Сейчас бы ворваться, конечно, в клубешник какой-нибудь, правда? Я думаю, все вернется на круги своя. В скором времени. Мы с вами здоровые и красивые. Будем отрываться под эту музыку, но уже в клубах. А следующий трек максимально красивый. Очень мне нравится. Ну, прям очень. Называется My Stripes от Mesh and Leo Wood. Очень красивый, мелодичный, с вокалом. Прям как вы любите. Надеюсь, не забанят меня за него. Скажите.
На нем можно было бы и закончить, но чувствую я, что можно еще поиграть. Следующий в этой же стилистике Journey with Me Space Motion Remix, а трек от Tollback. Думаю, вы все его прекрасно знаете. На всякий случай напомню, что это превью live video podcast by DJ Lutik. We'll be right back.
нас смотрит украинский саунд-продюсер, в бывшем Макс Креатив, а на самом деле, или Креатив, на самом деле Макс Яны просит меня что-то спеть. Сейчас Максим доделывает свой ремикс на трек «By Your Side», который выйдет в альбоме ремиксов, на секундочку, уже в этом году. Ремиксы будут на треки, которые вошли в альбом «By Your Side», выпущенный в июне в этом году, и на пластинке в том числе. Поэтому диджею рекомендую не пропустить этот релиз, потому что ремиксы там будут в самом деле классные. Да, Макс? Думаю, на этой прекрасной мелодичной композиции можно будет закончить сегодняшний выпуск превью. Это Kidnap и Silence. Спасибо, что вы были все это время со мной. Я это чувствую. Коль мы уже заговорили о моем альбоме, вот та самая пластинка, которую вы можете приобрести, кстати, на правах рекламы, почему бы и нет. Здесь есть Hands Up High, Dream of You, Not in Love, So Much More, Rockin' My Bass and Kick на первой стороне. На второй By Your Side, The Rising Sun, Fallen, Blinding Sun и Not Your Friend. Пластинка стоит всего 800 гривен. Найдите меня в любом мессенджере. На моем сайте www.djlutik.pro, в Фейсбуке, в Инстаграме, где угодно. Вышлю вам такую за 800 гривен с автографом. Красота же. Спасибо вам, друзья, за то, что провели сегодняшние два вот этих часа прекрасных практически со мной, с этим видеоподкастом превью. Надеюсь, музыка вам понравилась. Надеюсь, вы захотите пересмотреть эту запись еще раз на моем канале в YouTube. Уже в ближайшее время, обещаю. Хотелось бы вернуться к вам в ближайшее время. Значит, я это сделаю, конечно же. Превью видеоподкаст, я думаю, будет выходить в таком формате раз в месяц. Желаю вам прекрасных, активных выходных, любви, 36,6 на градуснике, 40 градусов в стакане и теплых
теплой какой-то душевности. Спасибо еще раз за то, что были со мной. До скорых встреч. Ваш диджей Лютик.